Версия. Я всегда была за это стяг и против возвращения старой советской символики. Это исторический флаг. Где сбор подписи за то, чтобы у нас был бел-червоный белый стяг? А, я вчера подписался. Я лечу, что это неяк неправильно, что это стяг небы як под забороном. Мне подается, каждый разумный, интеллигентный человек повинен ведать, что это один и белорусский стяг, один и махчины. И он для меня держал. Оказывается, всех разом. Всех записывают, что трамвай бьется на белый стяг. Это такая пошана. Это так здорово. Дякуючи этому стягу мы не стали северо-западным краем. Я считаю этот флаг единственным исторически достоверным флагом Республики Беларусь. Закат над болотом, ну, никакого отношения не имеет ни к историческому прошлому нашей страны, ни к ВКЛ, откуда мы происходим. Фейковый флаг я такой не хочу. Хочу бел-червоно-белый. У меня сегодня день на родину, я вырешила, что в свой день на родину я приду на подпись со стягом. Ну, як его не шановать, коли это история, коли это наша мова, это культура, это моя вера, я верующий человек, и я лечу, что этот стяг, он повинен заставаться, а той стяг, який не на зараз, это просто смех. Белый стяг подобается, это мой стяг, стяг моей краины, и это наш историчный стяг, який герб погоня. И я вельми его поважаю и люблю. Я думаю, это так само прихоже выглядит, да? Цвет души, погоня, який одразу не задумался. Это наша родная. Повинна быть с нами завсюди. Як у родной же было. Я подписалась, потому что я лечу, что это наш символ. И он повинен быть один. Это наша история, это наша спадщина, это наша гордость нашей страны. Повинно быть такое. Это на этом стяге история, кровь наших предков.